Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним задание номер один на странице 40. Практическая работа. Собираем электрическую цепь. Соберите электрическую цепь из деталей электроконструктора. Используйте рисунок как образец. Используя детали электроконструктора, нужно собрать вот такую простейшую электрическую цепь. А затем нарисовать электрическую цепь, которую вы собрали. То есть данную электрическую цепь нужно нарисовать в виде специальных обозначений. И наш рисунок будет выглядеть вот так. Здесь у нас обозначены батарейки, плюс, минус. Здесь у нас обозначена электрическая цепь, лампочка. И вот здесь вот у нас электрическая цепь замыкается. И тогда лампочка должна будет загораться. Сообщите другим ребятам о результатах своей работы. Выслушайте и оцените их сообщения. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.